О проделанной за прошедшую неделю работе чрезвычайной комиссии по вопросам здравоохранения отчитались в Чердаклинской районной больнице. Напомню, свою работу в регионе рабочая группа начала 15 августа. Найти способы выхода из кредиторской задолженности и возглавить комиссию депутатский корпус попросил председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. Чрезвычайная комиссия в интенсивном режиме работала 7 дней. За это время выслушали отчет руководителя отрасли здравоохранения, мнения, комментарии, выводы министра финансов, представителей счетной палаты и экспертов. Важной для всех была позиция регионального фонда обязательного медицинского страхования. Обсуждали нынешнее состояние дел, в частности, как в оперативном порядке исправить ситуацию с финансированием текущих расходов. Сюда входят зарплаты, медикаменты первого ряда, подготовка к зиме. Региональное здравоохранение остро нуждалось в крупной сумме денег – 319 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность. Очень оперативно среагировало правительство Российской Ульяновской области и были изысканы путем перераспределения из других статей расходов регионального бюджета в объеме 243 миллиона рублей. И, конечно же, я очень благодарен, что региональный фонд обязательного медицинского страхования изыскал возможности тоже путем перераспределения из других статей 76 миллионов рублей. Все перераспределения учтут при изменении закона об исполнении областного бюджета на 2018 год. Еще одно достижение чрезвычайной комиссии – создание рабочей группы по разработке нормативно-правовой базы, цель которой, цитируем Рябухина, исключить источники генерации кредиторской задолженности. Другая первостепенная задача, которая стоит перед региональным Минздравом – открытое и прозрачное распределение средств между районными лечебными учреждениями. От всех, от них мы ждем одного – тщательного анализа ситуации в своем лечебном учреждении и конкретных предложений по зарабатыванию средств в системе ОМС, потому что средства идут за больным, конкретных мероприятий, как они будут выбирать все запланированные на них деньги и, конечно, эффективное их расходование. Как образец эффективной работы в пример привели Чердаклинскую районную больницу, где Сергей Рябухин и глава министерства встретились с коллективами учреждения. Сейчас в больнице 90 врачей, большая часть из которых трудоустроилась по программе «Земский доктор». Со слов руководства лечебного учреждения, здесь никогда не было перебоев с поставкой лекарств. У нас все есть необходимое для оказания, как плановой, экстренной помощи. Кроме этого, у нас торги по бензину состоялись, у нас перебоев в бензине не было, то есть все функционировало в рабочем режиме, вся наша больница. Проблемным полем в районной больнице остается лишь вопрос оплаты труда младшему медперсоналу, точнее повышения их зарплаты. Но в скором времени и этот пробел заполнят. Сергей Панченко в ходе встречи подчеркнул, что на эти цели выделят 850 тысяч рублей. Кроме того, министр здравоохранения области отметил, что порядок в сфере закупок также наведен. Удалось это за счет сокращения периода прохождения документа оборота через региональный Минздрав. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.